И я сегодня к вам с кратким мастер-классом. Не все же узоры вам показывать. Вот решила выложить такую маечку со спущенным плечом, которая вяжется из двух либо прямоугольников, либо квадратов, тут уже на ваше усмотрение. И затем отдельно вывязывается резинка и пришивается на машине к основному полотну. Вязание это диагональное. Я начинала вязать обе детальки от угла, прибавляя в каждом втором по одной петле. Сначала я прибавляла, потом я убавляла. Вот. Все как бы моменты, которые нужны в работе, я вам постаралась записать. Надеюсь, что все будет понятно. Поэтому смотрим. Как всегда, вязание у нас начинается с образца. Образец я вязала с 4 петелек. И сначала я прибавляла, потом я убавляла. Совет вам, когда будете вывязывать образец, грузы прямо по минималке, чтобы только машина провязывала. Потому что полотно вот так вот, он очень сильно вытягивается, и потом эту деформацию, ну, сложнее будет привести как бы в порядок, когда будут у вас связаны уже детали. Если, значит, так вот связали образец, то вот если примерно это, например, какая-то из деталей, да, у нас здесь получается ширина, а вот здесь получается высота. То есть я использовала только одну мерку, так как мне нужна была ширина и высота только, да, я замеряла вот это расстояние. То есть у меня петельная проба в рядах мне только нужна была вот это. То есть я замерила, рассчитала и уже рассчитывала дальше все изделие вот по этой мерке. После того, как я связала образец и посчитала петельную пробу, я приступила как бы к чертежу. Да, еще использовала я нитки, вязала я из ниток Ализе Дива. Ну, я думаю, что вы можете использовать любые другие нитки, как бы вот с таким градиентом, которые переходы из одного цвета в другие цвета. То есть, если как бы вязать обыкновенно, да, ну, то есть вот так вот снизу вверх, то как бы эти полоски, мне кажется, не так интересно смотрятся, когда они именно вот в таком диагональном вязании. Значит, в Ализе Дива там в 100 граммах 350 метров, и плотность у меня 7,5, ой, 7 две точки, простите. Вот, при рисовании схем я использую вот такую линеечку. То есть вот на ней есть масштаб 1 к 4. И мне это очень удобно. Это как бы, по-моему, используют в чертежах портнихи, чтобы полный объем не рисовать, когда они что-то моделируют. Вот, и они используют вот именно вот такой масштаб 1 к 4. Причем я это обнаружила случайно. Сначала даже не понимала, что это такое. Потом где-то наткнулась, показывали одна из портних, показывала, как она моделирует, и я поняла, что это как раз вот линеечка, то, что мне нужно. То есть смотрите, если вы хотите вязать квадратом, то есть если вас устраивает высота и ширина, вот, то вы можете нарисовать квадрат. Но мне хотелось, чтобы у меня ширина была побольше, поэтому я вывязывала прямоугольник. То есть просто чертите прямоугольник шириной, которая вам нужна, да? То есть здесь у меня было 52 по расчету минус резинка, вот они, видите, 52. И здесь я отложила 52. То есть вот это квадрат получается, да? И дальше еще
я добавила 13 сантиметров. То есть я расширила полотно, чтобы у меня плечо получилось более-менее спущенное. Ну, мне нравятся такие вот объемные вещи, которые фиксируются внизу на резинке. То есть с таким напуском получается. Вот. Ну и в принципе весь этот чертеж. Дальше вы рассчитываете, сколько вам рядов получается нужно будет, да, связать. То есть начинаем от 4 петель. И прибавляем каждые 2 ряда. То есть, если 168 разделить на 2, мы добавим здесь по 84 петли. Вот, если, значит, вот это все сложить, то есть плюс 4 еще у нас уже было петли, то у нас получится 172 петли всего через всю длину. Это вам для того, чтобы вы могли понять, войдете вы в игольницу или нет, когда вот вы считаете, вот сколько у вас добавится петель. Потому что это у меня здесь маленькая, да, получается высота всего 52, вот, а вы, может, захотите 60 сделать, то есть чтобы вы понимали, насколько вам хватит игольницы именно вот по этой линии, по вот этой диагонали. Вот. Ну и приступаете к вязанию, прибавляя и здесь по одной петли через 2 ряда, довязав вот до этой точки, то есть это до нужной высоты получается изделия, да, я начала здесь убавлять, а вот здесь по ширине я продолжала еще прибавлять, потому что мне надо было ширину еще увеличить. Поэтому как бы мне еще пришлось вот здесь вот довязывать. Если вы будете вязать квадрат, еще раз повторюсь, да, вы сразу одновременно начинаете убавлять и здесь, и сходитесь вот так вот в квадратике. Так у нас будет квадрат. Так, что еще тут такого интересного? А, да, если, значит, ну я в процессе там видео тоже буду показывать, если вы будете вязать также прямоугольник, то начало у вас не должно быть в середине, потому что, смотрите, вы здесь закончите, а здесь вы еще будете продолжать. То есть вам вот здесь может не хватить места на игольнице. Поэтому, чтобы вот здесь вам хватило, я вот на эту разницу, то есть 21 получается иголочка, я сместила, как объяснить-то, вот в эту сторону, да, то есть где у меня будет высота, с какой стороны на игольнице, я сместила туда это количество петель, чтобы, ну, у меня все влезло. Но я там не на 21, я, по-моему, на 14 там смещала, потому что у меня же не на полную получается игольницу. То есть тут надо посчитать и подумать вам, как вы сместите, чтобы у вас вот это вот потом, вот это все, вот это вот все, и еще вот это чуть-чуть, как бы все это вошло. Если вы будете вязать квадрат, то это можно ничего не делать от середины, то есть у вас все будет ровненько, ляжет на всю игольницу. Вот. Ну, здесь у меня получается, что я до 170 ряда довязала, да, и у меня была сотая иголка. А здесь в ширину до 212 ряда. Ой, да. И у меня была там 94-я иголка, и я здесь начала убавлять. Начинаем вязание. Начинаю я вязать с 4 игл. Начало вязания у меня, да, я оставляю вот ниточку подлиннее, чтобы можно было потом ей собирать. Смотрите, так как у меня детали переда и спинки прямоугольной формы, мне по ширине придется набирать больше петель, чем по высоте. То есть у меня ширина будет больше, чем высота. Поэтому я центр как бы смещаю в какую-то из сторон. Если вы вяжете одну детальку и центр вы сместите слева, то вторую детальку надо сместить его вправо.
По моим расчетам, у меня как бы разница там идет в 14, по-моему, петель. Поэтому я от центра сместила на 14 углу. То есть у меня середина примерно где-то между 14 и 15. То есть 14-13 взяла и 15-16. У меня как раз хватит вот этих вот иголок со смещением, да, набрать ширину. Набираю я косичкой. Ой, сейчас вытащу. При помощи петли уловителя. И сразу на первых рядах я включаю щетки вивинга и включаю рычаги частичного вязания сразу, потому что мне нужен, чтобы был красивый край. У нас же будет там все открыто, я ничем обрабатывать и не планирую. Вот, как вы помните, да, поэтому мне нужен красивый край. Но чтобы сейчас провязалось, задвинуть надо в среднерабочее положение. Выставляем плотность, выставляем счетчик по нуля и проводим первый ряд. Вот, сейчас можно уже начинать формировать красивый край. То есть я сразу выдвигаю слева. Всегда будет выдвигаться в нерабочее положение игла, которая будет находиться со стороны каретки. С противоположной стороны она будет задвигаться. Так как у меня, пока я не выдвигалась с той стороны, да, я, значит, выдвигаю со стороны каретки в переднее нерабочее положение, провязываю второй ряд. Теперь мне нужно уже начинать делать прибавление. Прибавление я буду всегда делать со стороны каретки. Когда вот эта вот петелька, вот эта крайняя петелька будет провязана, ну это удобней, как бы и ну, это моя точка зрения, да, что будут одинаковые стороны провязываться одинаково. То есть я перенесла на один шаг. Из протяжки соседней петли я добавила петельку на свободную иголочку, выдвинула в переднее нерабочее положение. Здесь я задвинула, то есть я буду всегда в каждом ряду прибавлять и убавлять со стороны каретки. Провязываю ряд. Здесь можно уже подвесить, наверное, грузик. Вот, и теперь я опять со стороны каретки я делаю прибавление. То есть я смещаю на один шаг из протяжки соседней петельки я добавляю петлю на свободную иглу, выдвигаю в переднее нерабочее положение, задвигаю в рабочее положение, провязываю ряд. И вновь со стороны каретки делаю прибавление. Выдвигаю петельку в переднее нерабочее, задвигаю. Щетки вивинги можно уже отключить. Провязываю ряд. Прибавление теперь слева. Переношу на один шаг. Дополнительная петелька. Выдвигаю в переднее нерабочее положение, задвигаю в рабочее положение. Провязываю и продолжаем по расчетам прибавлять до нужного ряда. Вдвигаем, задвигаем, провязываем. Делаем прибавку. Выдвигаем, задвигаем. Ну и таким образом мы продолжаем формировать наши прибавки до нужного ряда. Так, ну вот я дошла с одной стороны в прибавлениях до нужного количества мне петель. Это получается у меня высота. И теперь я с этой стороны начну убавлять. То есть
Я провязала просто два ряда без прибавлений и убавлений, и теперь мне нужно убавлять. Но для того, чтобы край получился красивым, я буду убавлять с наклоном в данный момент влево. Поэтому я буду переносить петельки таким образом. То есть сначала я переношу петлю с левой иголки на правую, а потом все вместе на один шаг я переношу их влево. Иголка идет в нерабочее, как всегда. С противоположной стороны я еще прибавляю, поэтому прибавления как бы были в видео до этого, ничего не изменилось. И слева я буду дальше прибавлять тоже до нужного количества мне петель. И теперь получается, с одной стороны я буду убавлять, а с другой стороны пока я буду прибавлять еще. Так, ну теперь я дошла уже и с левой стороны, то есть эта ширина, прибавила нужное количество мне петель. И теперь я буду убавлять теперь еще и с этой стороны. То есть я опять провязала два ряда без прибавок и убавок с этой стороны. С той стороны я продолжала убавлять. И начинаю теперь убавлять с этой стороны с наклоном вправо. То есть освобождаем правую иголочку. И затем переносим 2 с наклоном вправо на один шаг. Таким образом, как всегда, иголку выставляем в нерабочее положение с противоположной стороны в рабочее. То есть мы также продолжаем убавлять со стороны каретки. В каждом ряду со стороны каретки. Как мы прибавляли в каждом ряду со стороны каретки, так мы сейчас и убавляем. И не забываем, вот эта иголочка у нас также выходит с одной стороны, со стороны каретки в нерабочее положение, с противоположной в рабочее, чтобы у нас продолжало получаться вот такая вот, видите, красивая косичка, дорожка, вот чтобы у нас край был красивый, потому что обрабатывать, еще раз повторюсь, мы ничем не будем, поэтому делаем красивые. Еще, знаете, я хотела обратить внимание на грузы. То есть смотрите, когда мы начинаем вязать, прямо вот старайтесь по минимуму, по минимуму весу, да, вес по минимуму, чтобы, ну, просто вот она провязывала, да, и, может быть, там чуть рукой помогает. То есть изначально у меня вообще просто эти кошечки висели маленькие. Для чего это, да, если сильно сделаем оттяжку сильную, да, вот этот угол у нас, у него же площадь небольшая, он очень сильно вытягивается. И когда потом надо будет приводить его изделие, вот эту вот полочку, в нужную нам форму, ну, где тяжелее сделать. То есть вот прямо вот по минимуму, да, вот я до куда-то дошла, вот до какой-то там, до какого-то места, где у меня вот эта маленькая гребеночка, да, правильно, гребенка подошла, да, навесила всего 2 груза, дальше я регулировала уже маленькими, да. То есть я так вот проверяю, где мне не хватает оттяжки, но вот сейчас вот я чувствую, тут уже много ее началось, то есть, ну вот как-то вот я вот так вот чувствую, то есть вот здесь вот много посередине, то есть, наверное, сейчас я, скорее всего, один груз уберу и довешиваю вот такими вот, у кого-то, может быть, таких вот есть несколько штучек, да, вот эти края, где у нас идут убавления или прибавления, они у нас не видны из-за машинки, да, получается, как бы пустые. Вот эти вот места дальше, они в ширину уходят, и получается здесь немножко пустые. Вот, я так вот рукой провожу, и я понимаю, где мне не хватает оттяжки, да, туда добавляю. А где хватает, я тогда убираю, чтобы вот по мере уменьшения, у нас сейчас будет уменьшаться, да, угол вот это вот, чтобы не растягивался сильно в длину, не сильно оттягивала эта оттяжка. Не знаю, насколько понятно, конечно, объяснила. Вот, но вот с этим как бы, сейчас, конечно, ничего вроде страшного, пока еще большое полотно, но все равно вот здесь вот я чувствую, что уже сильное натяжение, сильнее, чем вот здесь вот. То есть здесь я сейчас, наверное, вот этот маленький я уже могу убрать. Ну, вот этот я вот навешивала. И, может быть, сюда добавлю его, хотя там тоже уже все хорошо.
Вот, а когда вот начнется у вас совсем смещение, да, там узенькое, то там ну, прямо вот вообще надо по минимуму, чтобы только провязала машинка, чтобы сильно не оттягивалась, иначе углы очень сильно вытягиваются, и потом их форму прямоугольника можно будет, конечно, загнать, но потребует немножко усилия. Так, я продолжаю убавлять по краям. И это хочу просто показать, как это делается более в таком узком формате, да, чтобы вам было видно весь процесс. То есть я убавляю со стороны каретки. Здесь я выдвигаю петельку в нерабочей, здесь я задвигаю в рабочий ряд, провязываю. И теперь с этой стороны убавление с наклоном. Это не рабочее, это в рабочее. И так я буду продолжать, пока у меня не останется 4 петли, которые я потом закрою. Я закрою через отбойные зубья. Вы можете закрыть так, как вам удобно или нравится. Смотрите, у меня грузов здесь практически уже нет. То есть, видите, у меня сужается полотно, и чтобы вот этот угол, который потом образуется, сильно не вытягивался. И в процессе тепловой обработки вам было проще придать форму нужную. Вот, лучше прямо по минимуму оставить грузы. У меня там висит маленькая гребенка, просто без грузов, просто вот я, она это, ну, висела изначально с грузом, причем с маленьким, по-моему, совсем. Вот, я убрала уже груз совсем и оставила вот эти кошечки маленькие. Вот, он буквально так все свободненько провязывается, но сильно не оттягивается. Главное, чтобы только провязывались петли. Но я думаю, что они будут провязываться. Даже потом, когда уже будет уголочек, можно просто щетки вивинга, наверное, включить, чтобы провязывалось, да? А грузы, наверное, можно даже совсем все убрать. Вот. Ну, потом вот покажу результат, который получится после снятия. Так, ну вот я сняла с машинки. Видите, что формы еще прямоугольной толком нет. Ну, в процессе ВТО я сейчас ее постираю, потом натяну на иголочки. Вот видите, те углы, с которых мы начинали и заканчивали, они получаются вот чуть-чуть как бы подвытянутые. Поэтому, вот, чтобы меньше было оттяжки, чтобы там потом было проще сформировать прямоугольник, который нам нужно. Здесь уголки хорошие получаются. Ну, вот. А здесь мы сделаем их тоже красивыми. Вот это у меня уже вторая деталька. Первую я уже связала. И там как бы у меня все хорошо натянулось. И придала. Так, ну вот смотрите, я натянула, то есть я все выровняла. Начинала я, ну пусть с этого угла, мне так удобнее, да, и затем выравнивала по нужной длине вот этот угол. То есть вот эти вот углы, вот этот, не вот этот, они получались длинные. Помните, да, такие вытянутые. Вот. Выровняла сначала я верхнюю сторону, затем вот эту часть выровняла. То есть по нужной длине зафиксировала вот здесь угол, да, и потом ровненько как бы выложила эту часть. У вас может быть здесь как бы особенно вот в этих углах, видите, как будто это вот лишнее. Ну, это вот это вот та длина лишняя, да, которая была у нас. Вот, надеюсь, видно, да? Ее просто вот так вот пригладить пока ручками можно, да, прибить. Вот, а потом все это отпарится утюгом, и все будет ровно. То есть, если где-то вот все равно полотно, понимаете, да, что формы неправильные, да, скажем так, не квадратная никакая, еще и вязаная поперек, вот. Поэтому вот это вот, ну, может быть такая вот сборочка. Вы ее так вот распределяете равномерненько. Можно смотреть на линии, которые вот петель, да, идут, чтобы они ровно лежали.
Вот. Немножко все равно будет какой-то перекос, потому что у нас эти углы были длиннее. Вот. И вот так вот все лишнее так вот подтягивала, потом так вот сначала рукой прихлапывала. Вот видите, все уже ровно лежит. Все, нигде у меня практически ничего нету. Все, главное вот этот угол, он немножко острый получается, его главное сделать квадратным. Прямым, господи, простите. Прямым углом сделать. Эти-то сами углы идут прямые. Два. А вот этот, вот эти два противоположные. Надо их вот так, таким образом выровнять. Ну, я иногда даже не снимая потом полотна, вот с этой как бы подложечки, да, скажем так, это коврики когда-то купленные на Алиэкспрессе. Вот, очень удобно, мне нравится. Вот можно даже здесь пройтись отпаривателем или утюгом так аккуратненько, да, что, потому что у вас всю форму придать сразу на иголочках и все. И можно будет переходить в сборку. Вот видите, все красиво получилось. Хотя было изначально, скажем так, не очень. Ну, пока сохнет у меня деталь. Вторая же у меня готова, поэтому я начну вязать резинки. Так, я набрала 140 петель. Резинка у меня 1 на 1. По плотности зигзаг у меня 0 минус поставила. Оборотный ряд, первый вот этот оборотный ряд, рычаги на частичном вязании, также по нолям, плотность по нолям была. А вот первый ряд, когда уже отключила рычаги частичного вязания, я провязала на 1-1-1. И дальше уже со второго ряда пошла основная плотность у меня тройкой. Я связала 32 ряда. Вот. И теперь, чтобы мне было удобно дальше соединять детальку с резинкой, я сейчас все иголки задней игольницы я перенесу на переднюю, чтобы мне затем надеть на иглы деталь. И чтобы мне было удобнее, она должна как бы быть, ну, мне так удобнее, да, чтобы она была ко мне лицом, когда буду навешивать. Вот, поэтому я перенесу все сюда иголочки на первую, на переднюю игольницу. Ну, вот я перенесла все петли с верхней игольницы на нижнюю игольницу, да, и теперь нам необходимо навесить полотно по ширине на машинку. Такой тут нюансик, скажем так, небольшой, да. По вязанию, как мы вязали, да, у нас одна ширина получалась, что мы прибавляли, а вторая часть ширины мы ее убавляли. И края все равно немножко получились разные. Я просто сейчас вот села и думаю, какой же край, как бы без разницы, да, то ли верхний, то ли нижний набирать у полотна, вот. А потом посмотрела на кромочку, вот этот край получается, когда мы прибавляем. А вот этот край, как бы видите, он как немножко завернутый получается, когда мы убавляем по 2 петли. И вот я, в общем, подумав, я решила вот этот вот край, который немножко похож даже как на рулик, да, я решила ставить на горловину, то есть наверх. Поэтому я буду навешивать вот этот нижний край, которого были прибавления. То есть, ну, тут как раз будет все удобно это сделать. Вот, и навешиваю я его лицом к себе. Как навешивать, я думаю, я уже не раз показывала, и вы уже, наверное, уже познакомились с этим процессом. Вот ровненько распределяем сначала от угла к углу, и потом дальше как бы серединку, потом еще серединку, еще серединку, и так равномерненько
потом все это. Навешиваем, на иголочки надеваем. Вот так у нас как бы лицом к себе берем ту часть, которую мы прибавляли. Ну, это я так вот, ну, для меня так, мне кажется, ну, красивее вверху будет немножко, да. И все навешиваем на иголки полотно. Затем поднимаем игольницу, перевешиваем иголки. Ну, все как всегда. Дальше я вам покажу. Вот сначала я не буду как бы тратить время, да, и показывать, как навешивать. Я думаю, вы все поняли, уже не одно видео есть на просторах интернета. Вот. Сейчас я навешиваю и ну вот я навесила полотно на иголке. При навешивании я подхватывала прямо полностью вот эту косичку. Ну, мне так больше нравится, чтобы на лице ничего не было. То есть, если вы подхватите верхнюю только косичку, да, верхнюю часть косички, петли там, то здесь будет такая вот вторая видна. Поэтому я подхватила полностью всю косичку. Вот сейчас подниму игольницу и верну все иголки, поверх, значит, полотна, которые я переснимала. Я перенесла все петли резинки с передней игольницы на заднюю поверх полотна деталей. Я буду провязывать вручную большие петли и затем закрывать петля в петлю. Ну, я считаю, что так поменьше вот этого толщины при таком закрытии. Если вы хотите просто закрыть без ручного провязывания, то можно поставить на большую плотность, на десятку, да, сделать очень рыхлые петли большие и потом уже закрыть. Но мне, скорее всего, не хватит плотности, потому что у меня 7 две точки, и на 2 деления прибавить. Ну, что-то я сомневаюсь, что мне хватит вот этой длины, чтобы не стянуть полотно. Поэтому я буду это делать вручную. Мне сейчас надо поднять язычки, ну, вот так вот я их поднимаю, чтобы мне было в дальнейшем удобно, когда я буду их сейчас отодвигать назад, чтобы они не зацепились за петли и полотно. И вот так немножко я их отодвину. Вот у меня не все язычки, они у меня как бы уже встали поверх петель. Дальше я беру всегда универсальную свою линеечку, палочку-выручалочку, да. Прокладываю ниточку на вот язычки, получается, на пяточки, и ниточка должна быть свободна, и дальше потихоньку начинаю закрывать, доводя иголку до линейки. И вот таким образом я провязываю петли для того, чтобы закрыть. Угу, здесь где-то зацепилась. Просмотрела, проболтала немножко. Ну и так продолжаю до конца. Так, ну вот я все провязала и теперь закрываю петля в петлю. Вот таким образом до конца полотна. Так, ну вот я закончила. Вот что у меня вышло в итоге. Ну, тут еще не отпарено лицо, изнанка.
Ну, есть как бы присборка, как мне надо. И теперь, как всегда, чтобы вот этот край вот так не фалдил, то я на тоненькую спицу продеваю крайние иголки заработка. Крайние вот эти вот петельки. Вот так немножко их подтягиваю. Выравниваю и вытаскиваю. И все. И вуаля, все хорошо. Осталось подпарить резинку. И можно приступать ко второй. Вторая вяжется так же, как и первая. Майку я буду собирать сверху. Я нашла середину, отметила ее. И взяла примерную ширину горловины 25 сантиметров. Шивать я буду по очереди. Сначала одно, потом второе плечо. И не буду закреплять. Буду по ходу сшивания примерять, чтобы горловина легла так, как мне нужно. Поэтому вот я зашила сначала одно плечо. Вот и начала зашивать второе. Во время примерки, то есть может быть изменится ширина горловины. Так, я шила два плеча и шила одну боковую сторону. И немножко покажу вам, как я это делаю, потому что резинка и дальше основное полотно сшивается немножко по-разному. На резинке, смотрите, получается изнаночные петли с нашей стороны, да, и идут как бы два ряда вот этих изнаночных дужек с этой стороны и с этой. Вот, чтобы красиво резиночка сошлась друг с другом, я что делаю? Я с одной стороны подцепляю вот как бы дальнюю дужку, которая чуть дальше, а на второй стороне я подцепляю дужку, которая ближе к краю. И затягиваю. То есть на одной стороне я цепляю более дальнюю. А на второй более ближнюю к краю полотна. Таким образом резиночка ложится аккуратненько и практически шва не видно. Еще раз за дальнюю цепляю я по одной дужке, с этой стороны за ближнюю. Вот такие. И хочу еще показать, как собираю основное полотно. То есть, смотрите, мы декоративно делали отделку по краям при добавлении петель и при убавлении. Вот, и у нас получилась вот такая вот дорожка из лицевых петель. Вы можете сшивать, цепляя вот как бы за
кромочную дорожку, да, вот за эти протяжки, вот за эти кромочные, тогда у вас получится две лицевых дорожки, как на плечевом шве. Ну, мне что-то как-то это не очень понравилось, поэтому я буду использовать, закрывать, вот брать дужки вот от этой лицевой дорожки. Вот, каждую дужку подцепляю, которая из петля в петле идет. И таким образом все тот же трикотажный вертикальный шов. И не затягивая, подтягиваю. Таким образом зашиваю боковые швы. Я также не стала закреплять и фиксировать, то есть я в процессе потом надену на себя и посмотрю, насколько меня устраивает вот ширина рукава, как будет смотреться она лучше. И вот такой шов получается как бы из одной лицевой дорожки. Ну что, я закончила все. Всю сборку я завершила. И в итоге у меня, значит, получились вот такие плечевые швы. Я уже все разгладила, отпарила. Горловина у меня все-таки осталась 25 сантиметров. Ну, получается такая небольшая лодочка. Вот, и так вот выглядят боковые швы. Пройма рукава у меня получилась, вернее, я оставила 18 сантиметров. Длина она практически лежит как бы прямо по руке у меня. Ну, мне так нравится. Если вы хотите сделать шире, естественно, вы оставляете себе пройму рукава шире. Я поэтому и сразу не стала все вот закреплять, да, закрывать и закреплять, потому что мне нужно было посмотреть, как она смотрится. Поэтому я постепенно закрывала, зашивала, вернее, да, мерила, не нравится. Я дальше продолжала, в общем, в процессе сшивания я выбрала тот вариант, который меня устроил, как на мне село это изделие. Ну, естественно, тут пришитая резинка, которая будет потом держать. Вот. Надеюсь, что я объяснила все-таки, как бы все понятно. Ну, насколько с моей стороны, как бы, ну, мне все понятно. Ну, это как всегда бывает, да. Вроде я, если знаю, как делать, то считаю, что это так. Все правильно. И все меня понимают так же, как я понимаю. Если какие-то, не знаю, вопросы у вас возникнут, вы пишите, пожалуйста, ну, насколько я смогу ответить, да, я всегда готова к диалогу, да, поделиться, рассказать. Вот. Поэтому подписывайтесь на меня. Буду благодарна, конечно, вашим лайкам, каким-то отзывам. Для меня это важно и приятно. То есть я буду понимать, что весь мой труд был недаром, что все-таки кому-то интересно это, и кто-то этим воспользуется. Спасибо вам, что досмотрели до конца это видео. Всего вам хорошего, творческих вам успехов. Вяжите, творите, пробуйте, и все у вас всегда получится.